Просят помочь следствию. 2 ноября около 7 вечера в лесном массиве неподалеку от проезжей части окружной дороги Колокша-Верхний Дворики на повороте деревни Собино обнаружили тело мужчины. Оно сильно обгорело и пострадало до неузнаваемости. Личность установить пока не удалось. Следственный комитет области уже возбудил уголовное дело по статье «Убийство» и обращается за помощью ко всем, кто может обладать хоть какой-то информацией. Конфиденциальность гарантируется. Следствие интересует период времени 16 часов 30 минут до 18 часов 2 ноября 2018 года, когда граждане могли видеть либо зафиксировать на видеорегистраторе пламя в лесном массиве у поворота на деревню Особино. Просим всех очевидцев данного события, а также граждан, у которых установлен видеорегистратор автотранспортных средств, обратиться в следственные органы для оказания содействия и помощи в раскрытии данного тяжкого преступления.